Саша и Лена – одесситы с синдромом Дауна. Сегодня они стоят на сцене Одесской киностудии, потому что стали актерами, исполнившими главные роли в документальном фильме «Ты где? Я здесь». Лента рассказывает о том, как сильно особые дети мечтают жить обычной жизнью. Я люблю кино сниматься и уважать свою семью, ухаживать, кормить, чтобы не были голодными. Я постараюсь, чтобы сделать так, чтобы мы не были голодными, да? Чтобы ты в будущем... Что я работал, деньги получал и свою семью хранил. Лента режиссера Максима Карасева – это ночь, в течение которой сбылись мечты семерых одесситов с синдромом Дауна. Например, Саша и Лена сходили на свидание. Еще один актер покатался на аттракционах в лунопарке, другой попал в ночной клуб. А еще двое в одежде молодоженов прокатились по ночной Одессе в лимузине. Идея фильма в том, что люди с синдромом Дауна – такие же люди, имеют абсолютно те же права и возможности, что и мы, и их нужно просто принимать такими, какие они есть. Лента была снята 5 операторскими группами всего за сутки. Главными героями стали взрослые ребята, родители которых входят в благотворительную организацию «Солнечные дети». Их не надо было искать на самом деле. Они готовы, они открыты. И самое поразительное, что все получалось с первого дубля. Люди с синдромом Дауна очень сильно привязаны к родителям. Тем не менее, в Европе 2/3 людей с таким диагнозом работают, а многие из них создают семьи. Одесса и Украина в плане отношений и заботы о своих солнечных гражданах, к сожалению, очень далеки от развитых стран. Даже вот едешь в транспорте, начинают тыкать пальцами, смеяться. Хорошо, когда люди адекватные, с нормальным уровнем IQ, они нормально реагируют. Они могут просто улыбнуться тебе, просто сказать «Привет, как дела?». Бывает все намного хуже. И от этого горько и больно. Например, Саша уже закончил школу, но двери взрослой жизни для него закрыты. В Украине будущее людей с синдромом Дауна более чем безрадостно. Участники этого проекта решили стать первыми в Одессе, кто заявит о проблеме в полный голос. И идея создания такого фильма как раз и основывалась на том, чтобы власти, либо городские, либо наши вообще украинские власти, как-то задумались над тем, что родители вкладывают в этих детей, что это такие же нормальные люди, только они немножко, действительно, они немножко другие. Вы знаете, для себя я решила, что, наверное, мы их не понимаем, они нас понимают. Фильм «Ты где? Я здесь» должен был принять участие в Одесском международном кинофестивале, но не прошел отбор. Его создатели пообещали сделать все возможное, чтобы ленту увидели как можно больше людей. Тем более, что материал, не вошедший в фильм, позволит в будущем рассказать о жизни солнечных детей, начиная с детского сада и заканчивая выпуском из школы. И эта лента станет только первой частью большого кинопроекта. Наталья Костенко, Алексей Барановский, 7 канал.